Вот, вполне обычная дорога, но по необъяснимым причинам здесь происходит много аварий. Почему? Никто не знает, зато гипотез много. По словам специалистов, большинство магистралей расположено на участках с аномальными электромагнитными излучениями, где человек начинает вести себя неадекватно, путает педали, засыпает, дорожная ситуация уходит из-под контроля. Самое известное – это излучение, идущее, некие излучения, некие причины, идущие из-под земли. Магнитное излучение, воздействующее на человека с определенной частотой и с определенными параметрами, может привести к весьма фатальным последствиям. Геопатогенные зоны были всегда, так, по крайней мере, утверждают ученые. Но наши современники редко готовы воспринимать эти доводы всерьез. Я считаю, то, что все аварии происходят по вине водителя, аномальные зоны здесь ни при чем. Но статистика безжалостна. Некоторые участки дорог продолжают как магнитом притягивать аварийные ситуации. Существуют места, где автомобильные аварии случаются наиболее часто, причем нельзя сказать, что это места плохой видимости, либо перекрестки, это просто обычная дорога, поэтому я не исключаю возможности существования аномальных зон. Вдруг неожиданно наш водитель почувствовал, что руль его не слушается, и это было у нас на глазах, отключились приборы в машине, машина повернулась, переехала всю трассу и выехала на трамвайный путь и перевернулась два раза. В ГИБДД Самары всерьез заинтересовались теорией геопатогенных зон и, прислушавшись к мнению ученых, решили разработать специальные рекомендации для водителей. В инструкции водителей призовут обратить внимание на радиосигнал в автомагнитоле. Если он начнет идти с помехами, то стоит быть более внимательными, сконцентрироваться на дороге. А не будет ли правильнее поменять антенну или переключиться на другую радиоволну? Конечно, объяснять невероятное количество ДТП аномальными явлениями проще простого. Но не будем забывать, что дорожная ситуация в первую очередь зависит от самих водителей и от стражей дорожного порядка. Я боюсь, что повышенное внимание вот этим геопатогенным зонам на руку тем, кто хочет просто снять с себя ответственность за нормальную организацию регулирования дорожного движения. Верить или не верить – дело каждого. Но никакая аномалия не снимет с участников движения ответственности за поведение на дороге.